не думаю, что ограничения молодежи могут привести к какому-то хорошему результату. Я раньше был ходок, я любил и потанцевать, и все вместе. Ну, что происходит в дачных клубах, все это. Мне кажется, человек, когда созревает как личность, он вправе сам себе уже вправе выбирать то, что ему нужно. Мне не хочется говорить, что как же это плохо, ой, да там же наркотики, там же... Да не везде наркотики, и не везде плохая молодежь. И глупцы это, что говорят, что ой, вот мы в ваше время, да фигня полная. Молодежь, она всегда молодежь, в любом случае, и ей надо как-то развлекаться. Я против наркотиков. Переговорю. Я против наркотиков. А то, что там происходит, ну, да, должны люди где-то встречаться. Ну, не можем мы сейчас... Блин. У нас же монтируется все это, да? У меня просто дислексия. Не может молодежь надеть платочки и пойти в церковь вот так вот сразу. Было бы хорошо, я не против, но давайте будем реалистами. Все-таки мы живем... в стране, которая, она, ну, скажем так, практически европейская, поэтому я не... вот тут, мне кажется, засада. Мне очень не нравится то, что происходит в Европе. Вот когда начинают батюшками становиться женщины, и когда начинают венчать однополые браки, вот это страшно. А то, что... Девчонки, мальчишки наши тусуются в ночном клубе. Да ради бога, главное, чтобы они нормальные были.